Протона на половине нет. Можешь на Рогу, на Шамана, на Лока накинуть прото. Пополам тоже опять. И по варам. По друидам. По друидам. Мось, объем босса? Здорового, потом среднего, потом малого. В синей луже стоишь, урон увеличится, в зеленой стоять нельзя, надо выбегать. Все. Когда малой кастует, блядь, хуйню, как она называется, перезагрузка, надо отойти на 20 метров или там на 25, потому что нас ваншотит. Нихуя тут сложного нет. Просто стоишь в синей луже и дамажишь. Да, Егор, ты диспелишь. Че диспелит? Давай, Слава, тогда на здоровом, блядь, отводишь его. Или дох лучше. Не, давай лучше дох здорового танчишь. Все на пулы вдохат. Слава, ты двоих. Да зачем? Я сам себя же диспелю. А, давай тогда так. Давай, ты на здоровом, а этот дох на двоих. Слава сам себя подиспели. Так, дох на большом, все на пулы вдоха. Слава, цепляешь двоих, отводишь их влево. Дох, соответственно, с правой стороны держишь здорового. Так его может наоборот, я на большом, дох на двух маленьких. Слава, блядь, я уже нахуй заговариваюсь. Слава, ты на большом, сам себя диспелишь, дох на двоих, отводишь их влево, блядь. Я уже нахуй гоню, блядь, у меня башка не варит. Большого убиваем вот этого. Ой, стойте, стойте, сейчас прото перебафаю. Перебафы, на варе тоже нету прото. Большой, средний, малой. Камушки кому надо возьмите, фласки там перепейте, если у кого-то слетели. Все на пулы войда, вой танчит большого получается, все, так и есть. Чек даю на пул. Что там у тебя, Слава? Смотрите тоже. Все были готовы, давай, Слава, пуляй большого. Большого. Дох двоих. Дох, отводи их налево. Слава тогда держи тут справа. Касты там тоха сбивай. Забирай. Та ебать, ну по пол столба отрывает. Какой нахуй хм. Зашли все в лужу в синюю, дамажим. Геру дайте. Далеко, далеко увел, Слава. Куда, блядь? Ой, блядь, я забыл. Щит маги, как волшебник, пиздец, щит с моба среднего. Дамажим, дамажим, дамажим большого. Хуёво поставил, Слава, милики не бьют. Ладно, похуй, дамажьте. Переводи. Переводи, мили РДД все перебежали в синий круг, дамажим с него. О, вот так отлично. Ну, блять, баф ловит, мне пизды даст. Нету на нем. На нем нету, на нас. Потому есть. Что я отвел. О, отлично. Дамажим, дамажим, дамажим. Напуливайте на Славу. Прожмись. Хуяк, пол столба, я хуею, блядь. От мелкого ушли, от мелкого. А что, не видно перезагрузки? Тоха, а ты же там спишь? Пиздец, да, ну лучше лечь, нахуй. Ну конечно лечь. Антон, ты соснул или что? Не видишь перезагрузку? Сдохните все, нахуй. Не сбивайте ему каст. Зачем вообще их, блядь, здесь рядом так держать? Круг, вот 4 круга есть. Если мы держим, блядь, от входа в правом, значит ты стоишь в левом, блядь, противоположно ему. На рендже метров 40, чтобы мы на эту хуйню даже не отвлекались. У него, короче, 35 тысяч входит. Вот когда он его кончается, каст, он урон от оружия, и вот эти 35 тысяч. То ли они плюсуются, то ли что, я не помню, блядь. И потом вот этот дебаф 3 секунды висит, типа, ну, в 0-1 не успел сдиспелить, оно каждую секунду по 15 тысяч будет дамажить. Вот, ну я сдиспелю, но вот это первоначальная тычка, которая урон от оружия, блядь, это пиздец просто.
Блять, такое ощущение, что мы первый раз сюда пришли в Ульду. Или вы думаете, если ее понерфили, так мы теперь будем с закрытыми глазами, блять, убивать или что? Нас пол рейда, блять, ключевых игроков нахуй нету. Просто нет. Они, блять, забили хуй и ушли на БК играть. ДПСа у нас нету такого, как он был раньше. Даже с тем, что они понерфили, у нас сейчас мы, блядь, намного слабее. Ты ничего, переоденутся еще. Этот, кто ДЦшник там, просьба такая. Отдельно, пожалуйста, по Войду, не кидай щит вообще, а кидай именно в каст. Вот как он начал вот этот каст, тогда кидай на меня щит. Будет хорошо абсорбить. Там 35 тысяч дамага, блять, у меня 45 тысяч. О, ты сапрот выпил? У тебя есть сапрот? Дать тебе? Не, я на хп выпил. Возьми сапрот. Да, сапрот залупа там 5% всего лишь. Там в основном от руки идет, лящи, это на физуром. Да, там хп лучше. Пусть лучше будет хп больше. Перепивайте все фласки, там АП, блять, всю хуйню, СПД кому надо, хп. Ладно, мир кушай. Возьмите камушек себе. Хант, который Джек, листик включи и не выключай его до конца рейда, пока он не закончится. Слава, цепляешь большого и водишь его направо. Не налево, а направо. А ты, Антон, ловишь среднего и отводишь его там, где он стоит, еще левее отсюда, от нас. Гуляйте, все были готовы. Забирай, Антон. И отводи. На меня можно бдилку дать, будет заебись. Отводи, отводи, отводи. Бдилку дай по славе. Ждем синий круг. Выводи оттуда, переводи туда Слава. Заходите в него и дамажьте. Давайте Геру, убивайте быстрее его. Че, когда? Как откатится. Так, Сандер, блядь, проебался, сука. Легко ты пить. Переводи. Антон, быстро уводи на другую сторону. Туда, к входу в этот круг большой. Слава, ты держишь тут. Щит там не проебывай, волшебник. Сразу пизди, блядь, с него. Перезагрузка. Смотрите, сейчас ебанет. Хорошо. Добиваем здорового. Слава, сразу дергаешь на себе среднего. Давай, 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 давай. Больше. Так, забирай среднего. РДД, станьте широко. Владимир, готов к массакру. Щит кастует, пизди его. Выводи. Вышли с зеленой, зашли в синий круг. Массакру дали, прохилили. Стоим в синем кругу, дамажим. Можно набить отсюда, доставать. Кастом избей, Антон. Станом. У тебя стан, сбитие каста, шоквей есть, вся хуйня. Так, смотрите, через 5 секунд будет зеленая хуйня это опять. Пизди, разбежались, разбежались, разбежались. Наберите ренжу. Не заходите в синий. Не заходите пока в синий, ждите сейчас зеленый. РДД дамажьте. Все, отлично, зашли в синий, дамажим. Каст, 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 хорошо.
Так, зеленая хуйня будет через 2 секунды. Разошлись. Милики вышли, РДД бейте. Набрали ренжу все, воруй с него щит. Сейчас будет зеленая хуйня, потом, блядь, будем сбегаться, становиться в зеленый. Во, отлично вообще, блядь. Зашли в синий, добиваем. РДД, стойте в синем кругу, милики пошлите бить туда. Дух, я заберусь тебя. Стой, не надо никуда водить его, стойте тут. Ну, к этому подведу, пока есть. Сейчас все равно пропадет уже. Косты сбиваем все. Женек, Рога. Я там тыкаю. Мораль. На первой взлетке дам сакру. Там уже у кого катится. Набирайте ренжу РДД. РДД хилы. Ренжу сразу набрали максимальную. Как взлетит или перезагрузка, сразу съебываемся, блядь. Мгновенно. Ушли, быстрее перезагрузка. Разбежались, максимальную ренжу наберите, там 20 метров. Взлетит. Она скоро взлетать будет. Сейчас скоро взлетит, сразу готовьтесь тоже убегать. Каст, ушли, быстро набрали ренжу. Да, просто так. Бегайте от него, просто бегайте, не умирайте. Он сейчас за кем-то будет бежать, убегайте. Просто по кругу его сейчас закайте, он сядет, мы его добьем. Все, стали под босса, бьем его. Косты точно так же дальше сбиваем. Каст. Следующий собью, у меня откатилось. Разбежались, быстро. Доты дойдят. Бегайте просто, не умирайте. Че, серьезно, три боехи? Ебать. Че, три боехи упал? Да. Че, три гробота? А, что ж, поднимаемся. Алло, блядь. Как понять, бабла она? Хорош, блядь. Грудака. Азина, три грудака. Спасибо, блядь. Было, блядь, но такого дерьма не было, нахуй, блядь. Это этот, слышишь? Дох, это если бы три, блядь, пары сапог упало, вот это было праздник, да? Че? Если кому-то надо эти вещи, ну, в принципе, могу, можем продать, потом на эти бабки все равно будем покупать сферы для людей, которые надо. Может, кому-то крафтовый пояс нужен, еще какая-нибудь хуйня. Пояс, сапоги, там, на танка, может, пояс нужен, сапоги, это там вкусные вещи. И если кому-то нужен грудак, ну, там, продадим его, я не знаю, там, на 30-40% дешевле, чем саука. Ну, честно говоря, такой мусорный. Ну, Мишу нужны, например, крафтовые тапки Ладомиру. Я про градак. Аккуратненько под стенкой проходим, не пулим этот трэш, плотненько к стене. Так. Слава, ты тогда мобов поддержишь, да? Угу. Лохнусь. Так, а кто тогда нас потанчит, блядь, этого дурака?
Давай мораль. Релога сейчас еще. Давай, давай, хорошо. Тоха, тут по очереди, как этот грудак танчит, я на ком дебаф висит, забрал. Слетел, забрал тот. Ну, короче, понял. Все как обычно. Сейчас даем геру, блядь, разбиваем руку. Весь рейд становится немножко правее. Я имею в виду милики. РДДшники ждут, пока Войд соберет всех мобов. Три ханта напуливают мобов в Войда. Все РДДшники их заливают. Бьем грудак. И так, пока не сдохнет босс. От взора убегаем все остальное. Давайте 5 минут поставим, покурим, блядь. Кто может перерыв поставить? Давай, войду. Мне что-то не ставится, нихуя. Помощника на буксово дай. Там. Дал. Перерыв. Курим, писем, там вся хуйня сейчас. 5 минут, есть перерыв.
Так, я тут. Владимир. Миша, ты тут? Я тебе по поводу сапог. Я тебе 3 сферы дам. Валера, у тебя же есть рецепт, да, по-моему? Или у среза есть? У кого? У меня только пояс был. Пояс. Значит, по-моему, у среза был этот холипаловский рецепт. Можем тебе скрафтить эти тапки. Пристабав финту по шаману. Все, сделаем тебе тогда. Давайте выходим с АФК, раздупляемся. Еще раз чек даю. На АФК. Протоем по 5 по шапанам. Два лока АФК, один. Азер, ты тут? Сейчас прото обновлю. Давай, баф. Блин, какой-то пидорас сверлит стену, нахуй. Не поверишь. Прото. Критично, нет? Ну, если ты бегать умеешь, не критично. Только все встаньте за первую линию, чтобы последняя у ворот там можно было бегать. Осторожно спулишь, сова, осторожно, блядь. Может, там агрорадиус начинается. А кто? Даю чек еще один, похуй, без него пульнем. О, пришел. Версик, подтверждай, что ты там спишь, Рома? Заходите все за калитку. РДД, рассоситесь тут. Напоминаю, Войк танчит руку. Все ханты, после того, как он собрал мобов, отводит их вот туда, к красной этой хуйне, к камням, которые валяются. Отдают в него на пулы, после того, как на пулили, РДДшники визжают в этих мобов. Все милики в это время бьют плиту. Этот Антон и Мораль в танках стоят возле босса, никуда не отходили. Следите за дебафами, за своими, меняйтесь, чтоб вас там, блядь, не сложило, нахуй, потому что эта хуйня может сваншотить, блядь. Даю чек на пул. Все были готовы, поехали. Геру и все в руку. Все играем в звезду. Ой, блядь, в звезду. Вот теперь в звезду, то я, блядь, вот сплю. Разбиваем, разбиваем руку. До конца. Слава, готовься собирать мов. Прохиливаем. Прохилим, прохилим все это дерьмо. Отошли правее. Слава, собирай. Стопнули клиф. Ханты на пул отдали. Все, вайда. Все, РДДшники поехали туда. Все, залили туда быстренько. Играем по боссу. Изи. Годится. Играем по боссу. Все в плиту. Прохиливаем, прохиливаем. Побежал. Кто там, на ком эта хуйня? Годится. Ось, отойди. Бьем грудину. Сейчас рука вырастет, соответственно, в нее. Сейчас будет волна через 3 секунды. Считай. Раз, два, три, четыре. Сокру. Как я, сука, как, сука, экстрасенс, блядь. В руку поехали, звездочку поставил. Короче, тут волна. Заканчивается ДПМ и плюс 5 секунд.
Смотрите, там по дебафу меняйтесь. Играем все в звезду. Все в звездочку. Правая рука. Таргет называется. Не грудь, а правая рука. Блять, не бы еще б ярости кто-то дал. Было вообще б заебись, нахуй. Голым варом играть неинтересно, блять. Прохиливаем. Гим на хп. Венесса, понятно. Джек тоже что-то, блять, не получилось у пацанов бегать. Буксол, это... поднимай Джека. Венес, Суф, поднимай Венессу. Кто-то листочек с хантов, дайте. Он листочек у него был. Смекалка, тыкни листик, пока он мертвый. Джека да. Подняли, Венессу. Мигим на хп, массакру. Не спать, блять. Алло, раздуплитесь, нахуй. Что вы там жопу расслабили, блять? ГП начать хуярить, блять. На пулы дали все вайда. Смекалка, поставь листик. Ща. Какой молодец, поставь листик. Кто-нибудь быстрее раздуплитесь, ёбаный рот, блядь. Поставил я, поставил. Это залили важно. Трэш ебаный, нахуй. Все, играем по боссу, блядь. Потому что вот эта волна по рейду, это от природы урон. Прохиливаемся. Побежали, на ком там эта хуйня? Рука выросла, все в руку. Сейчас играем в руку, блядь, он сдохнет, нахуй. Одну руку клацнем, потом вторую, блядь, он отъехал. Давайте, давайте, больше в звездочку. Все в звездочку. Не в левую руку, а в правую. Какой ШП там бьет, блядь? Рома, проснись, блядь. Дед, ты срешь, блядь. Руку бейте, все в звездочку. Доигрывайте звездочку, на пулы давайте сразу в вайда, когда, блядь, рука умрет. Залейте Ладомиру ману. Гим на ману кто-нибудь. Рома, дай гим на ману. В звездочку больше. Дайте в звездочку урон, блядь. Все. Играйте во вторую руку. Та сейчас дотикает доты. В левую все. Блядь, она взяла у людей. Играйте опять по звездочке. Разбейте звездочку. Слава, собери этих мобов. И все РДД и милики сразу в левую руку. Играем, убиваем левую руку, он умирает. Все. Просто, Слава, собери мобов, отведи, прожмись. Все, в левую играйте все. Может, в босса? Одинаково хп. Да похую, блядь. Что вы хотите, бейте, блядь. Ладно, убейте его, блядь. Что руку бить, что его бить, он и так умрет. Можете по нему играть. Босс одинаково, руки хп, у него особо. Что, опять 3 БО их сейчас, блядь, все понят, нахуй. Ебать, я только говорил, что нам не падает ткань, нахуй, ебать, смотри, блядь, ляп, нахуй, годится, годится. Мишаня, тебе нужны такие запики, блядь, соки там с хостой с МП5? Я бы взял, нахапал. Если Ладомиру не надо, тогда жми в спек, я тебе дам. Мишаня, у тебя такие есть? Нет, у Миши хуёвые. Миша ГЦ. Дальше, грудак. И перчатка. Так, что я вижу? Нечаянно. Венесса, Версикал, Арбуксоло, Спек. Первый по приоритету нечаянно, нечаянно тебе отдаю, ГЦ. Перчатка, Буксол. Мейнспек 1, ГЦ. Дайте бабчики попавшим. Уйдите за угол вот сюда. Чтобы цепуха по вам не пошла. Веер молнии. Не, смотри, как сейчас этот. Пуляй там мобов внизу, Слава. Иди дох вместе с ним. Просто мобов, блядь, не... Это... Подожди, стой, кстати, тут можно одного спулить. Я с типами был, с пугами, они одного пулили. Ну сейчас дай попробую, ебану. Получится, нет? Крипнуть надо.
А, все, блядь. Цепляйте их, рейд отойдите максимально назад, отверните их от рейда. Отверни просто от рейда, забери мобов и вот туда в перила их упри. Отводи, отводи, отводи. Забирай второго тоже. Все, РДДшники максимальный рейндж. Сейчас ставят их друг в друга и просто кливаем их, все. Играйте фулового, второго просто кливайте. Забери, 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 на пульте ханты, что там не получается? Играйте по фуловому, того кливайте. Напуливайте по КД, на Войда и на Антона, на Дога. А как пулили одного, блядь? Расскажите мне. Грипнуть надо или фейк на пул. А, грипали, блядь. Так, смотрите, там они по ХП уже выровнялись. Убейте ровно, блядь. Свичнитесь туда-сюда, чтобы они умерли одновременно, чтобы мы тут лишнее время не теряли. Ресаться, бафаться, блядь. Хорошо. Так, идем быстрее на позицию. Она сейчас как раз идет к нам сюда. Рыбу поешьте, кому надо, там рыба стоит. И быстро к нам сюда бегите. Я в ДД. Я вот думаю, блядь. Да лучше пускай три будут. Давай я, наверное, блядь, Андрюха, останься. Ну вот. Лишний раз потал. Так, становитесь все вот так сюда в перила, прям вот в корову, в меня. Я сметочку на себя поставлю сейчас, блядь, квадратик, чтобы все видели. Прям вот кучно, блядь. Тревор там. Да, надо сделать так, смотри, сейчас я быстро поменяю. Буксола уберу, Эфарину сюда. Эфарина, ставишь Тремор по КД. Клондайк, Винесса. Как только вы выходите из сфира, сразу стелите маздиспл по КД. Тоха, касты твои. Может, так Клондайк чуть вперед, а Винесса чуть назад, если на, что. На пол кого? Все на пулы отдаем Вайда. Выйдите трапу, поставьте смекалка. Давай по-красивому, блядь, как умеешь. Все, заходим сюда. Сейчас все на пулы, всю хуйню отдаем Вайда, в Дога и в Мораль, блядь. Гера, и работаем. 50 секунд, когда? Хорошо, откатиться дадим. По котам играем, котов хуярим, кливаем босса, блядь. Прям резко, 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 дерзко, блядь. С сокрытом подкиньте, блядь, мастанчики, всю хуйню. Сейчас их запиздим. Будем, блядь, потом начинать шевелиться. Лока, 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 прохил, алло. Егор, дай сокру там, блядь, если этот... Вася, КД, КД. У кого нету КД, БР? У всех КД? 4 в КД только. У кого БР без КД? У меня пишет у четверых. Раз, два, три. У Мося, да, нету КД? Мося есть, нечаянно сув буксул. Кого пропустил? Пук дракона, подними лока. Клиф дали под босса. Тремор там обновляй. Сейчас выйдет новый пук. Да, Геру заряжай. Выйдет новый код, сразу по нему, блядь, стан и вся хуйня. Кто там клацает, блядь, что ебанутый? Код вышел, стан ему дали. По коту хуярим все. Без исключения. Все бьем кота. Страх, кас бить. Хорошо. Кота в кучу все стали. Убиваем кота ебаного. Лука потеряли, блядь. Вышли, 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 быстрей. Стали под лицо, прохиливаемся. Смекалка отъехала, ничего. Стали все под лицо, прям кучно. Может, приспешим босса? Да, спускай вниз. На, в конец лестницы спускай, все, спускаемся все вниз. Все стоим в квадратике. Сейчас будет фир. Кучу сразу все сбегайтесь, быстрее тремор обновляй. Все под ноги босса, все в квадратик. Быстро, 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 быстро. Кот выходит, стан ему. Стан в кота, играем в кота. Кучно все стали, не давайте ему возможности прыгать, блядь. Под ногами стоим у босса. Клива, бьем кота, кливаем босса. Повел, 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 повел. Быстрее, 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 Слава.
Стоим все под ногами точно так же. Отходим все вот сюда, вот в квадратик стали все. Слава, подводи сюда босса. Это и недалеко, и не близко. Отлично. Играем по боссу также. Фир, сбить каст. Ждем нового кота. Код будет через 5 секунд. Поднимай. Не, не, зачем ты ее повел сюда? Да фир, фир отвел. Оттяни. Ладно, хуй с ним, стоим тут. Клиф даем просто под босса. Код вышел, стан по коту. Играем по коту. Бьем. Не спим. Ну, чуть ниже. Нормально все. Поднимай босса сейчас наверх. Слава, повел. Повел. Хорошо. Поднимай сюда. Вот тут квадратик становимся все. Клиф даем под босса. Кливаем это дерьмо. Визг сейчас будет, прохиливаем. Каз бить. Хорошо. Стали все под ноги. Квадратик все. Тремор Валера обновляй, там не забывай. Стан. Поехали по коту. Играем кота, кливаем босса. Сфир будет сейчас. Что-то ДБМ наебал, блядь. Не наебал. Вышли с лужи, все прохиливаемся. Стали все под ноги босса. В лужах не топчемся, нечаянно. Стоим тут. Слава, смотри, сейчас следующую лужу оставим вот здесь, в проходе. Потом босса под лестницу отведешь, а потом на лестницу поднимемся. Да, вот это, конечно, минус 2 ДД, блять. Три танка, хуета, получается, по ДПС. Ну ладно, ничего, убьем. Медленно, но уверенно. Сейчас будет фир. Стан коту. Все под ноги сбежались. Быстрее, в кучу. Он же прыгает и станет, пидорас. Заливаем его и бьем босса. Вышли, быстрее, прохиливаемся. Слава, вот сюда веди-ка, где я стою. Не, вот сюда. Туда не подводи, тут трэш еще ебаный сагрится, блядь. Сейчас Фири кого-то туда откинет. Ближе сюда, вот смотри, где квадратик. Также сюда. Прохиливаем всех, становимся быстро под ноги. Сейчас кот скоро ебаный будет. Дикий защитник, 5 секунд. Сейчас выходит кот, стан. Ему убиваем быстро кота и спиной пойдем на лестницу. Поднимемся, получается, наверх, а потом поднимемся к порталу и должны уже ее убить. И повели. Гимноману дайте, просят гимноману. Поднимай наверх сюда, прям, чтобы мы стояли тут. Стоим здесь. Котов, я думаю, можно не бить больше. Слава, в фире, потом он задушит, блядь, человек нахуй 7, блядь, за время фира, а потом будем говорить, бить или не бить. Какая проблема его запиздить? Время до берсы 3 с хуя минуты. Все успеваем. Вот кот идет, сейчас длинный стан ему. И потом будем, блядь, убиваем его и кливаем босса. Я думаю, это будет последний кот. Мы уже задушим их. Сразу в квадратик все сбежались. Быстрее. Заливаем кота и этот по боссу играйте. Я думаю, это был последний код. Больше не будем, блядь. Вышли. Поднимайтесь наверх. В квадрат встаньте. Повернул Лоя. Спасибо. Буксол.
Кливаем это дерьмо. Так, код вышел, стан ему дали. Играйте по боссу. Фир быстро продиспелить. Быстрее, 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 под ноги все, в квадрате, кучненько. Квадратик видно всем, нет? Там ачива, по-моему, да, есть, если котик живой, блядь, и запиздить босса? Не. Не? Там если, это 9 жизней. Если 4 первых, которых... 9 жизней. 9 жизней, это 9 кошек этих убить, которые резаются. Все, все танком. Танковские вещи. Это же прекрасно, блядь. Угу. Так. Ну, кольца хорошие. Ну, хорошо. Будем да, так танка, вот. Значит. Так, есть. Поехали. Хватывать не хочется. Пиздец, охуенное кольцо. Так, что там, грудак, никому не надо? Офспек дох, офспек артстайл. Артстайл получается за МГП. 200-е кольцо хоть и меню. Так, артстайл. Держи 99 за половинку. Кольцо. Кольцо то же самое. Void. Одно кольцо твое. У тебя в мейнспек кто? Ретрик? Да. Тогда за половинку, блядь. 45. Дох и тебе, да, даю? Тебе надо ж? Ну все, тогда я тебе даю. 45. А, по-моему, это кольцо ни разу не падало, блядь. Да, первый раз вижу. Грудак падал, я помню. А этих кольца не помню. Кольцо охуенное. Угу. Так, идем на Хадира. Слава, пуляй. Че, я бегу. Так, Андрюлик, ты тогда в ДД? Тоха, сейчас пока трэш, побудь в танке, потом спекнешься в ДД, в одного танка. Грибните этого пидораса. Так, смотрите, аккуратно, чтобы вас сюда не откинуло в сугроб. От льда тыкните кто-нибудь ауру. Угу. Мы сколько ходим в льду, нам все время какой-то лут, какое-то дерьмо, блять, нахуй. Ну нету нихуя интересного вообще. Хоть бы раз вартануло, так чтобы мы зашли и охуели, сколько налутали всего. По правой стенке идем, прям плотненько по правой. Отводи туда и дальше чуть-чуть. Заливали химелки, я этого забанил. Ля, там какой музон. Проводи чуть-чуть. Кливайте это говно, проходите под стеночкой, прям плотно под стенкой. Кучка какая-то, наступлю, блядь. Я сейчас тебе въебало дам. Наступлю, блядь. Коровья лепеха. По твоей силу, силе луны как въебу, нахуй, что шуба завернется, блядь. Как на прошлом каде, блин. Вот к йогу подошли, и там тучки вот такие ходят. Я смотрю, такой, что за тучка, дай-ка я туда наступлю. И босс запускается. Не знаю, что там насчет запускаться, знаешь, у меня терпение нахуй заканчивается, блядь, в такие моменты, блядь. Забаньте вот этого пидораса в проходе, который. Нормально я позавтракал, 4 часа вечера, блядь. Пойдет, блядь.
Так, разбанивайте этого моба, смотрите, аккуратно, там снежок. По нему топтаться не надо, Антоха, отводи его сразу вот сюда, в середину, где я стою. Не подходите туда, там снежок. Волшебная кучка. Дай мне силы. У тебя все там волшебное, дай мне силы, блин, нахуй вся хуйня. Идемте так, правее сюда, потом левее. В этот, по левой стороне идем. По левой, Антон. Лево это там, где клавиатура, не где мышка. Мышка это право. Я наоборот. Да? Есть же левши. Ну я левша, и шо? У меня клавиатура слева, мышка справа. Это кто-то сагрил за нами идет или мы тащим? Тащим. Становитесь вот тут, в проходике, где квадратик. Это по вашей логике, если, блядь, человек левша, так ему нужна машина только с правым рулем, блядь, или что? Не-не. Ну, бывает. Получается, по-разному. Все англичане левши, да? Получается, блядь, все японцы, англичане левши, блядь. Получается так, блядь. Да не, бывает, что и слева мышка. Ну, я слева играю. Ну, у меня нет. Где там больше башкать? Как у него клавиатура, представь? Эти фул ребаф. О, там еще мобик. Моба бейте. Сейчас убьем этого моба, будем ждать откат трин, потому что это будет хуйня. Че этот самый? Ставьте рыбу, кушайте, а рыба стоит. Кушайте все рыбу, пополняйте маны, сейчас подождем откат трин. Тоха в ДД, Войд в танке. Войд, пулишь босса возле вот этих четверых, которые справа стоят. Все милики бьем босса, кливаем этих мобов. РДДшники, ваши четыре моба, которые с левой стороны. Старфолы, у нас там миллион сов, цеповухи, вся хуйня. Быстро.